Учащиеся второй школы встретились с героем видеоролика Людмилы Николаевны Луценко, которая всю свою жизнь посвятила тому, что учила, воспитывала десногорских детей. Она проработала в школе номер 2 с момента ее открытия, и за плечами этого педагога уже 9 выпусков. А это значит, что ее воспитанники успешно трудятся во благо нашего города и страны. Во второй школе с прошлого года работает телевизионная студия «Искра». Ребята под руководством своих наставников снимают видеосюжеты о жизни школы и города и активно принимают участие во всех конкурсах у госкорпорации «Росатом». Видеоролик о истории жизни учителя начальных классов Людмиле Николаевне Луценко – это их работа. Нам было очень интересно снимать ролики о наших же учителях, которые работают в нашей школе. Кто-то больше, кто-то меньше, но все они, поверьте, вложили душу, себя в свое дело. На тематический час в зале собрались много ребят-школьников. В основном это дети прошлого выпуска Людмилы Николаевны. Их интересовало буквально все. И как она пришла во вторую школу, почему выбрала именно ее, и профессию педагога, и много-много других вопросов, на которые учитель ответила с большим удовольствием. Хотя, как сказала она нам по секрету, не очень любит рассказывать о себе и своей жизни. Но согласилась поучаствовать в этом проекте только из-за того, что понимает, насколько значим он для города. Я думаю, что это очень интересно, знать тех людей, которые начинали с самого начала, потом приходят слушатели, которые хотят чему-то научиться, услышать о чем-то. Поэтому я думаю, что кто это придумал, молодцы, просто молодцы. Это удачный проект, и я думаю, что будут продолжаться эти проекты. Я считаю, что этот проект очень значимый, нужный, необходимый. Жители города должны знать своих созидателей. Вот так капля за каплей собирается история нашего атомного городка. И это будет продолжаться еще не один год.